Всем салам алейкум. Советую всем пиво 387 в полторашечке. Очень приятное пиво, бля, ебать, вообще я ебал. Крепость, по-моему, 6,8. 6,8, да. Вообще пиздатое, блядь, пиво, блядь, охуенно. Я, блядь, рекомендую. Это вам не Лоуэнбрау, это 387, блядь, охуенно. Мне пизда, как оно нравится. Я вот здесь вот с чипсиками ем. Вот смотрю, тут, блядь, рыба, как щучку разделывают. У меня у самого здесь вон щучка. Балдёж, я ебал. Блядь, охуенная. Завтра на рыбалочку пойду. Побалдею. ХЗ, может, видосик запишу. Если что-нибудь, блядь, будет нормально такое, я запишу видео. А если не будет, то не буду записывать. Хотя хуй знает, кто меня знает, блядь, башку дурную. Ну, короче, пиво 387. Рекомендую. Очень пиздатое пиво, блядь. Вообще охуенное, блядь. Я считаю, выпил сейчас почти полторашку. Ну, вот здесь чуть-чуть осталось, блядь. Ой, блядь, извините, это после пива. Ну и вот. Вообще охуенная, блядь. Охуенно. Просто охуенно. Ёбает, охуенно. Блядь, таких бы две штуки. Я бы охуел, просто пушка, а ты просто пушка, а малышка безделушка, любимая игрушка, а ты просто пушка, а я попыл в ловушку с малышкой безделушкой, ты просто пушка. Вот сейчас я вам спел песню Кобякова, простите меня за это, я вам порекомендую пиво 387, просто охуенное божественное пиво, блядь. Оно, конечно, не сравнится с козлом, я вот жду момента, когда... Когда выйдет полторашка пива, козел светлый, блять, это будет полный разъеб, ребята. Если оно когда-то выйдет, это просто будет разъеб неебического размера. Я вам вангую, в течение 5 лет 100% выйдет полторашка козла светлого. Давайте. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про комментарии.